Главный тренер команды СК ГМИ ГТУ Бегизов Эдуард Иванович. Эдуард Иванович, поздравляю вас с победой. Скажите пару слов об игре. Как вообще вам игра? Ну, первая игра домашняя, естественно, была скованность в игре команды. Начали вроде бы неплохо, забили два мяча, пенальти, потом хороший проход и забили гол 2-0, выигрываем. Надо было в конце умудриться пропустить гол. Потом во втором тайме команда Волгограда сравняла. И после этого уже немножко живее начали играть и воплотили свои усилия в голы. 4-2 выиграли. Я должен сказать, что команда Волгоград была рослая команда, и они старались играть наверху за счет того, что у них рост был выше, чем у наших, поэтому они вот забили два гола. Расскажите ваши ожидания от домашнего турнира. Ну, всегда ожидаешь того, чтобы максимальное количество очков заработать и, естественно, показать хороший футбол. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что нам очень приятно принимать у себя вот ребят из Волгограда, Ростова, Москвы. И все сделаем для того, чтобы у них остались от пребывания в Северной Осетии приятные впечатления. Желаем им всем успехов, хорошей игры, естественно, больших хороших впечатлений. Спасибо.